Саженцы гортензии и метельчатый пинг даймонд популярны потому, что приживаются на новом месте со 100% вероятностью. Высота взрослого растения достигает 1,8 метров. Первые соцветия появляются на ветках с июля и отцветают полностью осенью. Высаживать нужно в затененных участках сада, чтобы растение не получило солнечного ожога. Окраска цветков бело-розовая, с нежным переходом. Для посадки подходит плодородная почва, которая должна регулярно поливаться. Без достаточного количества влаги куст не будет цвести обильно. Соцветия можно срезать и использовать для составления букетов. Морозостойкий. Гортензия метельчатая Pink Diamond – это многолетнее растение высотой 200 см. Кустарник лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 100 см в диаметре. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает гортензия метельчатая Pink Diamond в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в розовое, краснеет цвет. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.